Очаков ТВ представляет. Мы с ним разговаривали. Он спилковати. Он спилковати по-украински. Спилкуемся. Спилкуемся. Он там в Канаде или в Америке там нищий живет. Не, он там или в Чехословакии нищий ёб. Да не важно. Нищий ёб сидит. А что мы россияне? Да, что мы русские? Да. Мы моемся 3 раза в неделю. Спасибо тебе. Нет, вообще по-русски. Я так рада. Ёпта, я вижу, что ты воняешь. От тебя запах прям идет. Вот от тебя запах идет. Ну, воняешь прям нехорошо. А ты обкакался? Обкакался? Фу, пап, он воняет. Вся Европа говорит на русском. Извини. Ничего не надо говорить, видите? Просто только подходите к вольеру с животными, да, вот в данном случае с приматообразными, и сразу в тебя летят какашки там друг в друга летят. В общем, смотришь такое, главное стеклом от них отделиться. Вот, и через стекло смотришь, что они там машут ручками, губками шлепают, какашками кидаются. Ничего не надо говорить. А если им что-то сказать, это вообще устроят там шабаш. Вот. Но этого достаточно. Можно просто зайти посмотреть. Раф. Что? Ничего, просто здравствуйте. Здорово. Здорово, так смотрите. Я поздоровался, а вы молчите. Да смотрю, блин, для чего ты повесил аквафреш там? А что, это наш флаг, что, почему мы нет? Ну, сегодня стыдно иметь такой флаг, ты знаешь. Почему? Почему? Ну, потому что Россия превратилась под этим флагом в фашистскую страну, вот почему. А кто так сказал? Мировое сообщество. Какое? Все цивилизованные страны. Все дебильные страны, которые да, все... и все остальное, которые, блин, на этом, блин, вот такой вот. Смотрите, даже вот в этой шляпе я просто объясню. Типа вот, знаете, ну, в Риме, в этом, для чего носили, вот, типа, самбре, ну, в таких странах. У них санье было везде, абсолютно, это говно страны, где был туберкулез и все остальное, блин. Какая-то офигенная страна, блин. Там был туберкулез, а у вас до сих пор туберкулез и очковые туалеты 20%, и что? А ты где живешь вообще? Я в Новосибе. Где? Новосиб. Новосибирск или где? Да, да, Новосибирск. А ты где? Так это ж Россия. Это ж Россия. А ты где? Ты из какого города? Я с России. России. А город какой? Ростов. Ну вот у вас там очковых туалетов сколько, как ты думаешь? Слушай, я что за очковыми туалетами слежу? Ты, может, смотришь? Есть что везде, блин? Мужик, ты вот не понимаешь одного, блин. Это странно. Раз вообще вот Россия, это наша страна. Ты живешь в России. На Россию зачем ты гонишь? Ты же в ней живешь. Съебы с Россией и все, блядь. Но ведь это не так просто всем уехать, правда? Как это? Тебе просто съебался и все. Или вот так, пуля в лоб и пиздец. Живи, блядь, нормально, не говори всякой ереси. Так вот это и называется фашизм, понимаешь? Какой фашизм? В чем фашизм? Когда идея дороже человеческой жизни. Я тебе сказал так. Ты живешь в этой стране сколько лет? Чем она тебе не угодила? Тем, что она превратилась в фашистское государство. Вот чем. Фашист. Так уходи в другую страну. Что ты? Фашистская. Ты тут зарабатываешь деньги. А я хочу, чтобы эта страна перестала быть фашистской. А с чего это мы фашисты? С того, что вы сейчас напали на Украину, например. Слышь, ты живешь в России, говорит, мы напали на Украину. Ты нормальный человек? Российское правительство и люди, которые... Ты живешь
поддерживают, которые поддерживают это правительство. Я это правительство не поддерживаю. Я же тебе уже ответил. Ты плохо слышишь? Да, но я-то не поддерживаю это правительство, а ты поддерживаешь. Нахуй стал страны, блядь. Нахуй ты тут нужен, блядь. То есть те, которые не поддерживают правительство, должны уезжать, да, ты считаешь? Бля, конечно, а что? Ну вот это и есть, это и есть фашизм. Никакой не фашизм, абсолютно. Это фашизм, и есть фашизм. Фашизм был, блин, когда? В 41-45-м, когда немецкие захватчики напали на нашу страну. Вот тогда был бы реальный фашизм. А какой сейчас фашизм? А в чем разница, как ты думаешь? Блять, большая разница вообще. Ну объясни мне, в чем разница между когда Гитлер напал на Советский Союз и вы сейчас напали на Украину? Ты короче, не отсюда, я понял, ты какой-то долбоёб. Ты вообще не в России живешь. Ты хуйню несешь. Если бы ты жил тут, ты бы понял. Ты не здесь живешь. Как это я не здесь живу? Ты не здесь живешь. Я живу здесь. Здесь живешь. Здесь? Тебя бы уже давно, блядь, нахуй вычислили. И, блядь, отправили нахуй в каталажку, блядь. Слушай, ты знаешь, что люди, да, и сажают на 7 лет людей вот и штрафуют. Поправили. И штрафуют за такие мысли, да, я знаю. Такие, как ты, да. Вот такие, я, как блядь, ты, такие, как ты, фашисты, штрафуют я таких фашист, людей, которые высказывают такие мысли, флаг, как я. У меня не эсэсовский флаг. Это и есть эсэс... На сегодняшний нет, день это и нет, есть фашистский флаг. Нет. Да. Нет. Это флаг, предателя Власова, который воевал на стороне Германии. Ты знаешь об этом? Ох, ебать, ты долбоёб, нахуй, Власова и это. Ты, блядь, как тихо, тихо, мать. Только давай без мата, Да пошел ты нахуй, вообще пиздец. А, ты не умеешь без мата, понятно. Я нет, с тобой уже по-другому нельзя говорить. Я понял. Все, тогда пошел нахер. Все, давай. Пошел нахуй. Все, давай, переключайся. Пошел нахуй, Питер. Переключайся, давай. Пошел нахуй. Переключайся, говорю. Я говорю, переключайся, чмо, блин. Слушай, а что ты не идешь воевать, а, герой, патриот, блин? Слышь, а что ты не идешь, блядь? Герой Украины, блядь. Я к Украине отношения не имею. Имеешь, ты говоришь. А за фашистскую страну, за Россию, я воевать не собираюсь. А ты что не идешь воевать за фашистскую страну свою? Ты долбоёб, это не фашистская страна. Фашистская? Нихуя, пошел нахуй, еще раз говорю. А, я это все, что ты... Я понял, аргументы у тебя сильные, конечно. Это русская страна. Да, фашистская, это знаешь... Ты прав, рашистская она сейчас называется. Рашистская. Русь. Да Русь это вообще Украина, ты вообще путаешь понятия, чувак. Ты тупой человек. Ты не понимаешь, что Русь это вообще Украина. Нихуя не Украина. Россия вообще к Руси отношения не имеет. Поучи историю чуть-чуть. Ой, какой баран, а. Киевская Русь, правильно. Киев это что, Россия? Да. Что да? Как, с каких пор Киев это Россия? Хуяли она Украина. Ну посмотри на карту, Киев это столица Украины. Там и не было Украины. Там и не было Украины. Киев это столица Украины. Нихуя, да, блядь, когда она стала? Намного раньше, чем Россия стала Россией. А ты долбоёб да. Просто, тупой. А когда Россия стала Россией, скажи мне? Блядь, я вообще даже ничего говорить не могу. О, видишь, да, потому что ты знаешь, тут ты сейчас обделаешься, если начнешь отвечать. Не-не, скажи мне, в каком году Россия стала Россией? В каком году Украина стала Украиной? Не, подожди, ответь на мой вопрос, потом я тебе отвечу на твой. Я ты не можешь ответить, я понимаю, тебе стыдно. Ты тоже не можешь, ты тоже не можешь. А я тебе могу сказать, когда Россия перестала быть московским царством. Сказать тебе как? А ты можешь сказать, когда Украина стала Украиной? И она стала называться Российской империей. Ты знаешь, какой это был год или нет? Ты знаешь, какой это был год или нет? Вот когда такой. Украина стала Украиной. Нет, ты ответь мне на мой вопрос вначале. Я не буду на твой вопрос, ебану.
Ну все, тогда пошел нахер. Ну. Сидит, блин. С флагом, чмо, блин. Ни на один вопрос не может ответить, потому что он знает, что он обделается. Да он и не знает ответов на самом деле. Вот так вот россияне, блин. Россияне.